туризм приносит доход в казну государства на третья строчка. Так, это чай. Кстати, финики. Чай для психов. Надо. Для психов. Смесь для курицы. Ой, видишь? Масло для суставов. Для суставов больно. Такая стоит 18, 24, 30, 46. Есть в наборе. А что это такое? А еще с разными этими, с кокосом, запахом. Ой, какие разные. Интересные. Открыто тебе. Не перчите. Лампа Аладдина. Вот жабки, курочки. Привезли нас в ресторан рыбный покушать. Принесли супчик с ракушкой. Какое красивое блюдо принесли. Рыбу. Сани красивые принесли. Креветки, кальмары и коричневый рис. Всем доброе утро! Сегодня наш последний день отдыха в Египте, и это наш последний завтрак. Набрали с Аллочкой. Хлопчики наши еще где-то в пути спят. Что сегодня последний день у нас. На улице все так же ветрено. Не дал нам ветер нормально позагорать, понежиться на солнышке, на пляже, возле бассейна. Все дни были у нас очень активные. Постоянно куда-то ездили. Всем приятного аппетита. Уже и наши мальчики пришли, взяли себе. Им понравились вот эти блинчики и пончики. Донаты они тут называются. И шоколадные штучкой политы. Ананасовый сок. Не знаю, насколько он здесь настоящий. Тут в таких штучках соль и перец. То есть тут еду не солят, не перчат. Вот сам ты ничего не можешь себе насыпать. Тебе там стоят специальные там же люди и насыпают все. Это какая-то их египетский десерт. Завтрак, что-то такое непонятное. Это привычные нам хлопья с молоком. Вот эти мазюкалки какие-то интересные, но они очень-очень соленые. Они сырные. Это по вкусу похоже, но тут еще какую-то приправу они кидают, и она странного вкуса. Салаты у них не заправляют, вот так вот кидают, вот то, что просишь, листья салаты, капусту, так вот помидоры и все, как бы особо таких салатов нет. Ну и там по заправкам может какой-то йогурт, кетчуп, майонез попросить. Они тебе ложку рядом кинут. Ну, как-то так. Очень вкусные дыни. Маленькие, кругленькие тут дыньки продаются. Ну и сладости, конечно, обалденные. Утренняя атмосфера на террасе. Последний день отпуска. Там даже солнышко. Легкая музыка играет. Как вам отпуск, Максим? Как вам отдых? Классно. Если бы еще не ветер, да? Мы как раз улетаем, и тут настает настоящее лето.
Ветра не будет, тепленько. Ветрено. Там один денечек. Может, сегодня получится хотя бы на пляжике побывать, хоть чуть-чуть косточки погреть или возле бассейна. Ой, кто вообще ни разу, я же ноги не намочил. Да. Денчик. Так, у нас сейчас по программе еще один массаж в последний день. И, скорее всего, пойдем к бассейну или на пляж хоть немного словить лучики солнца еще. Все. Давайте еще раз покажу вам красоту, которая здесь. Домики, кустики, деревья. Такая техничная работа. И мы идем через дома в здание, там где спа. Пальмы красивые. Гид рассказывала, что в течение 3 лет вырастают пальмы. Такие, если дикие пальмы. А пальмы, за которыми ухаживают, они плодоносят. Вот эти, которые быстро растут. И вон здание. Впереди это спа, где нам сейчас будут делать массаж. Да не вспоминай. Мальчики красивые, маленькие. Спа. И за зданием спа сразу находится море, пляж. Домики. Нам троим будут делать массаж, а мальчики в это время могут бесплатно в сауне, джакузи побагарахтаться, покайфовать. Аромалампочки, ой, аромапалочки, пахнет, и там джакузи. Слышь, какой вот вид открывается с джакузи. Какой большой джакузи. На втором этаже тут есть еще тренажерный зал. Все, нам сделали офигенный массаж, классно всего тела, поплавали в этом джакузи, поплавали, много-много бульбашек было, очень хорошо, такой релакс, класс. Мне даже носика намазали, мои ручки, мой носик, это весь мой заказ. Красиво. Что за привычка, все постоянно говорит? Последний день релакснули. Скрепки, да, одно сгорел, морда красная. Надо вот. Пришли к главному бассейну. Там красиво с камня фонтанчик, вода лежит. Вы видите, никто не купается, сильный ветер и, наверное, холодная вода. Ну, хотя бы ножки надо помочить в бассейне. Такая атмосфера тут. Вода. Thank you.
Видно, ребенок пытается зайти. Вот эти цветочки, гид сказала, что они цветут у них круглый год. И такую красоту придают. Но ветки рвать и домой ставить вазу нельзя, потому что они в помещение пары свои извергают. И ядовитые, что может быть аллергия. Что, будете купаться? Теплый бассейн. Поближе, как красиво. Наверное, да. А ты на халаты будешь? Да. Смотрите. Смотрите, какая красота. Ой, последний день в Египте. Очень жаль, что вот ветреная погода, конечно, все время была. И мы не насладились полной мерой. Водичкой и теплом, что может подарить Египет. Вот там, смотрите, как красиво. Под камнем вода. В виде водопада. Ой, как классно. Пойду воду пробовать. А сладко это? Ваша, где твой тетя? Тетя! Нас коктейлем. Салам! Холодная водичка, да? Она тебе холодный коктейль. Не, она поняла. Можешь не пить, но сфотографировать. Я уже облизывала. Да, давай. Все, достаточно. Я тебе говорю, она сначала холодная. Сейчас я уже понял, я много не чувствую. Ты пиво, да, заказал? Я не чувствую ног. Да. Шевелить. Надо шевелиться быстро в такой холодной воде, потому что... Не холодно? Наверное, после холодной воды кажется сейчас теплая погода. Макс, у тебя телефон в кармане? Лёшка, надо плавать, а не ходить. Ты замерзнешь. Давай я тебе пришли. А ты маску убрала? Ой, боже. Лёша, давай тебе кинем маску, в маске поныряешь. Посмотришь, что там. Рыбки есть, чи нема. Что, есть маска? Да, Алла взяла. А ну дай маску. Даю. На, штаны запотели. От вашего перегара когда? Какого перегара? Что ты таки нравишь? Двигайся, 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 чтобы согреться. Тоже нос красный, аж светится отсюда. Я отсюда не вылезу, короче. Так, что, привык уже там теплее? А? Привык уже к воде, да? Да, да, да. Это поначалу холодно. А ну, то есть, когда частями заходишь, понял? Что, я первый раз ногами зашел? Ого! Вышел, постоял. Короче, обратно. Надо сразу прыгать, да? Сейчас. Кайфует. Да, зайти там с камня тоже водичка капает. Тоже вода отсюда. Водопадик. Thank you.
хорошо. Такой разгон набрала. Давай, давай. Ну все же, трусики намочила, значит можно. Попытки зайти в бассейн. Ой, ты что, молодец. Еще, двигайся, двигайся, двигайся. Молодец, вообще класс. А вода холодная, капец. Очень холодная, не знаю, градусов 10 метров не покидает. О, молодец. Привет. Сегодня обед у нас такой. Картошка фри, пита с говядиной и кальмары. Ну, у них так сэндвичи называются. Ходок из кальмара. Мы перешли после вкусного обеда на пляж. В таких вот штучках лежим, отдыхаем. А это наш ужин на сегодня. Наш последний ужин в этом ресторане, в этом отеле. Кстати, они были вот этот первый день нашего приезда. День наш последний ужин. Ну что ж, время почти 4 утра. И это означает, что мы выселяемся с отеля и уезжаем, улетаем домой на Киев. Наше время пребывания здесь уже закончено. Чемоданы все собраны. Ну и сейчас будем идти уже на ресепшн. Вердикт такой. Отдых был активный. Но чтобы полностью получить удовольствие, нужно сюда все-таки в конце апреля-мая прилетать. Так как сильный-сильный ветер еще в марте месяце. И достаточно холодно. Спасибо Египту за гостеприимство. Все приветливые, очень хорошие. И увидимся уже с вами в Киеве. Мы уже в аэропорту будем садиться. Скоро на самолет наш. Короче, шмонали нас нормально. Скрывали наши чемоданы. Короче, пусконтроль еще тут. Те еще приключения. Ну, все, сейчас самолет и Украина. Дамочка. Он наш самолет. Идем к нему. Просили уже прийти туда. И через 4 часа мы будем в Киеве. Ура!
Так хоть наш. Да, у меня сама его выбирала, я никогда не чистила. Этот самолет вроде бы меньше. Сейчас посмотрим внутри. Мы же в самолете. Этот намного лучше. И не только большой, но намного лучше и шире. Как-то мне кажется, да? И сиденье было удобнее. По 3 человека. Правда, мы опять в самом хвосте. Тут сеточка есть, столик. Такой аж убегается. Леша возле окошка будет. Помаши ручкой. Едем до дому. Can't stop.